94 она бежала вот здесь вот неделю назад на контрольных стартах. Ее соперница Юдит Хессе, как раз девушка, которая бежит тоже тысячу от пятисотки. И вот человеку, который хорошо бегает полуторку, очень приятно иметь, ну, не супер спринтера, но именно пятисоточника в качестве ориентира, в качестве такого локомотива, за которым можно потянуться, разогнаться. Но Катя Лобышева, по-моему, не собирается изучать технику бега Юдит Хесс со спины. Она, в общем, на переходной прямой уже вышла. То есть примерно идет равная борьба в этом забеге. Ну, несмотря на то, что вот сейчас Юдит Хесс снова малым поворотом выходит вперед и круг делает немножечко лучше. Катя, конечно, после вчерашнего успеха на полуторке, наверное, может быть, немножечко и сложно. И потом девушки наши, наверное, где-то держат в голове еще и командную гонку сегодня, в которой и Кате Шиховой, и Кате Лобышевой, наверное, стартовать с тренером еще предстоит сделать окончательный выбор. Обе они, конечно, в заявке, как и Скокова играв. Ну вот Юлит Хесс и не обыграла Лобышева. 1:15.04. И 1:14.78 немецкой спортсменки. Это, кстати, личный рекорд. Причем очень прилично. 0,6 секунды сбросила с личного рекорда. 1:15.38 в январе прошлого года бежала здесь Хессе. Но Юдит, по-моему, и на пятисотке так разобралась со своими личными рекордами. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что и сумела она добежать и тысячу как следует из 1:15 выбраться. Ну, это такой показатель хорошего международного класса, международного уровня.